ли далеко, ты не со мной, ты летаешь высоко, за пеленой угрёз, за тайны моих слёз. Твои мысли далеко, ты не со мной, ты летаешь высоко, за пеленой угрёз, за тайны моих слёз. Твоя любовь моя. Ехал-ехал, приехал, придется переезжать. Дождик начался. Может быть и град, или еще что-нибудь. В общем, дальше видос будет внутри уже. Угу. Мелкий-мелкий град. Надо вовремя бежать. Будет видно, не будет видно. Непонятно. Куда-нибудь под навес. Погода у нас, почему долго видос не выходит? Ну, май у нас такой. Все время грязища какая-то. Понятно, что не хочется бегать, камеру переставлять, когда я так-то выезжал. И дождь стоял и ничего, но не хочется бегать по грязи, что-то снимать. Приехал. Хотите дождь покажу? Короче, сегодня мы с вами тут. Поехали жрать, готовить. Ужин. Погнали заготовку. Тара-та-та-та-тарам. Из новостей ничего нового особо нету. Также живем здесь. Барбоса никто не продал. Я же не тороплюсь. Живем, работаем. Из нового абсолютно ничего. Ну, по поводу выезжать, выезжаю. Ну, что-то погрязище, говорю, неохота было лазить. А так, сейчас пожрать приготовим. И будет хорошо. Не знаю, как это будет. Стою вот так под наклоном, под навесом. Ну, град может быть. Мне град-то не страшен, но просто не хочется лишний раз сидеть вот так и смотреть. Лампочку такую купил. С ней, ну, хоть нормальный цвет всего. А то вот эти мои светильники, которые в потолке, ну, кто видел обзор на дом, поймет. Они что-то прям синие. Это прям вот нормально. Оно. Это USB-шки. Так, как тут готовить жрать, когда вот такой уклон? Надо что-то делать с кастрюлей. Расположил тут вон коврик, подпер под коробку. Выровнял уровень. Как-то тут, конечно, убого, но ничего. Сейчас начнем. Так, кому рецепт интересен, крылья обжариваем, потом заливаю соевым соусом, чуть-чуть присаливаю, чтобы все как бы будет соленое, запариваем, с
сейчас добавляю вот это, перемешиваю, там карамелизация, и все готово. Ну что, друзья, за 3000 друзей, подписчиков канала Барбос Хаус, приятно удивили. Как-то резко так и пошли. Опа! Всем добра. Было язык заплетается, хотя не бил. Прикусил просто. Есть хотел. Всем добра, любви и счастья. А я с вами. Обязательно сделаем летний. Сейчас уже лето, дожди пройдут. И что-нибудь мы с вами куда-нибудь съездим. А до этого, до новых встреч. Всех люблю. Рад, что вы со мной, а я с вами. Пока. Любовь манила, манила меня.